Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В конце этого года должны стартовать продажи битопливной версии Renault Logan. Производитель надеется, что машины, способные ездить на метане, заинтересуются в первую очередь таксисты и корпоративные клиенты. Мотор у машины будет 113-сильный, объемом 1,6, трансмиссия 5-ступенчатая механика. А о стоимости новинки пока не сообщается. Цены на обычный Logan сейчас начинаются от 734 тысяч рублей. Трасса 101. Компания Chevrolet подумывает о возобновлении продаж в нашей стране модели Lachetti. Как седаны, так и хэтчбеки Lachetti российская публика весьма полюбила в нулевые. Однако из-за падения продаж в 2012 году автомобиль сняли с производства. Сейчас новыми у нас можно купить три модели американской марки Spark, Nexia и Cobalt. Собирают машины в Узбекистане и Казахстане. Трасса 101. В Магаданской области из-за большого числа пьяных аварий с погибшими подумывают над введением запрета на продажу алкоголя по выходным и по праздникам тоже. Власти региона напуганы статистикой по такого рода ДТП, которая превышает среднероссийский показатель в два раза. Планы чиновников вызвали возмущение граждан, у которых нет автомобилей. Они не понимают, почему должны страдать из-за тех, кто напивается, садится за руль и устраивает ДТП. Трасса 101. Если на рынке легковых автомобилей конкуренция растет, иномарки сражаются с нашими марками, то по части мотоциклов все однозначно. Советский мотоциклетопром до сих пор рулит. По данным агентства «Автостат», больше всего в нашей стране насчитывается байков марки «Иш». На втором месте «Урал», на третьем не менее легендарный продукт завода имени Дегтярева «Восход». Также в первую пятерку входят «Минск» и «Ява». Трасса 101. Еще одну капсулу времени на колесах выставили на продажу в интернете. Владелец ВАЗовской шестерки 1987 года выпуска хочет выручить за нее почти 4 миллиона рублей. Тех, кто собирается крутить пальцем у виска, автор объявления успокаивает такими аргументами. Пробег 700 километров, хранение в сухом гараже, ни единого намека на ржавчину, один владелец. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.